Приветствую всех на канале Див-кладоискатель. Как обычно, началась тяжелая пора для нас, копателей. В лесах травы по пояс, на лугах тоже трава, а зиму еще не косят. В общем, беда. И так еще продлится как минимум месяц, пока не начнут косить. Поэтому мы будем ездить сейчас по ближайшим местам. Вот сейчас поедем в смешанный лес. Давно уже там не был. Надеюсь, что все-таки трава позволит нам походить. А раз походим, значит, находки должны быть. Комарики начинают сжигать, и вода. Все против того, чтобы мы копали. Но ничего, мы не отчаиваемся. Сейчас доедем до места, покажу, расскажу. Ну и, короче, ждем находок. Поехали. Ну что, приехали мы на место. В принципе, быстренько. Далеко ехать не надо. Ну что, трава, в принципе, терпима местами. Можно ходить. Надеюсь, будет что показать. Будем сегодня копать и черные сигналы, и цветные, потому что здесь мы уже с товарищами ходили не раз. Ну, блин, если ехать некуда особо, а руки чешутся, кто копает, тот меня понимает. Так что походим, покопаем. Надеюсь, будет что показать. Не переключаемся, ждем находку. Ну что, приступим. Самый главный плюс, что жара спала. И сейчас, сегодня вообще было 15 градусов с утра. Сейчас, ну, обещаю сегодня до 25 градусов. Отлично. Комариков нет, водов нету здесь, потому что далеко от воды. Так что ходить будет комфортно. Еще раз попросим дедушку Хабара, чтобы он нам сегодня что-нибудь подарил. Ну что, попытка не пытка? Какой-то тихенький сигнальчик у нас. И прыгает от 6 до 24. Сейчас узнаем, что это такое. Иногда тихие сигнальчики приносят хорошие находочки. Прибавим громкость, что ли? Да нет, 27, нормально. Так, что это у нас? Где ты был? Ну, где ты? Упал, что ли? Вот первая находка. Гильза от мелкашки. Ну, хоть что-то. У нас нечастый сигнальчик. 40. Правда, не глубоко. Правда, не глубоко. Но все равно давайте проверим, что это такое. Может быть, ложка алюминиевая. Ну или, как вариант, монета царская. Ну-ка, ну-ка. Не поменялся сигнальчик. Ну-ка, ну-ка. Что это такое?
какой-то алюминиевый колпачок. Комарики сжигают. Вот так бывает. Только проговорил про ложку, и вот она на дороге. Сигнальчик был 36. Ну, старая советская ложка. Почистим, я потом фоточку прикреплю. Такая. Она даже не алюминиевая, какой-то сплав. Типа силумина, что ли. Ну что, тоже находочка. Двигаемся дальше. Продвигаясь по дороге. Еще один сигнальчик. Вот рядом ложка была. Рядом еще находочка. Что-то типа застежки, что ли. Судя по вот... Сначала подумал, пуговица. Какая-то интересная, смотрите. Такие находки всегда интересны. Что бы это значило? Так, ладно. Вторая находка. Даже третья уже. Как говорил, буду копать все черные сигналы. Вот очередной сигнал черный. Вот такая забавная. Ну, судя по всему, это подкова на сапог. На мужской. Фигурная. Берем. Чего только не найдешь в лесу. Вот очередной сигнал был 40-42. Это у нас переменный резистор. Чего он тут делает, одному Богу известно. Двигаемся дальше. Не перестаю удивляться находкам в лесу. Это вот, похоже, была катафотка на велосипед, что ли. Не могу ошибаться. Был очередной сигнал 8-10. Думаю, фольга. Ну, копнул. Нет, это не фольга. Это у нас очередная пуля от ТТ. Причем не стреляная. Кто-то потерял. Ладно, двигаемся дальше. Вышел на очередную дорожку. Здесь весь лес испещрен этими дорожками. Сигнальчик был интересный. Смотрите, что. Похоже на медную колечко. Ну, сказал бы, что конина, но вряд ли такая тонкая. Хотя, может быть, и конина. Но звучит она очень хорошо. Ну, еще одна находочка. Иду по дорожке. Четкий сигнал 14-16. Опа, монетка первая. О, 2 копейки. Я думал ранее, в смысле ходячка, думал. Нет, смотрите-ка. Поздние советы на 61-62 год. И в идеальном сохранчике. Эх, красота. Поздравляем вас с первой монетой. Ну, блин, хороший сигнальчик. Ну, не глубоко. Пробка, наверное. Пробка, наверное. Давайте копнем. 42, это же, блин, империя. Хорошая империя, крупная, пятачок. Как минимум. Ну, как говорится. Так. Нет, это у нас... О! Это, кстати, это... Остатки от ложки-то старый. Военных времен. О! Жалко. Ну вот, видно, что... В костре горело, все сплавленное. Очередная встреча с ужиком. Красавчик. Да? Ты красавчик? Красавчик. Шипит. Ну ладно, шипи дальше. А мы пойдем копать. Продолжаю двигаться по дороге.
И вот у нас прямо вот на дороге очередная находка. Очередная, хотел сказать, пуля. Нет, это у нас целый патрон. И патрончик стреляный, похоже, не сработал. О, отверстие. Интересно. Так, ладно. Что удивительно, если не большая часть, то добрая часть, добрая половина находок именно на дорогах и вдоль дорог. Как-то так. Идем, гуляем, дышим свежим воздухом, слушаем птичек, живность всякую. Вот. 32, видите? Интересно. Может, даже в онлайне у нас что-нибудь получится. Вот опять дорога, видите? Интересно, что это у нас тут такое. Сигнальчик не изменился. Ну, где ты? Алло. Комары задолбали. Нет, этот раз нам не повезло. Алюминь какая-то. Ну вот, погуляли мы часика три. Душу отвели. Руки теперь уже не чешутся. Пришел к машине. Без навигатора. Что мы накопали? Как обычно, мусора. Смотрите, сколько. Ужас. Ну, это набойка. Резистор. Это вот похоже на катафотку. Ну, вот ложечка зачетная. Пули. Вернее всего, патроны. Две копеечки. Пуговица интересная. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео. До свидания. До новых встреч в эфире.